Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. 11-й день у нас уже идет. 75 миллионов древесины я забрал. Так, сезонный абонемент. Ежедневный вход. Сразу получаем награду. Так, паки. Сразу начнем с паков, чтобы не забыть. Так, ну что, глядим. Чудовище, крылатый ужас, громобой. Ну и четко ресурсиков здесь. Рекламный. Монеточки. Шторморез, древоруб, громобой защитник. И все. 5 рун. Ладно, 5 рун. Откройте 2 набора карт. Открыли. Так, что нам еще? 50 нужно, да? Ну-ка, беззубик, что принес? 75 миллионов рыбы. Да, не густо. Ну что, отправляем опять его на поиски нужного для нас дракона. И это у нас будет шипорез. Отправляют, друзья мои, пока только на бесплатный, потому что руны мы с вами копим. Они нам нужны. Так, здесь отправляем ребят за древесиной. Водорез у меня прокачался, да, уровень получил 105-й. Ну-ка проверим. Так, так, так. Твою налево, не хватает рыбы. Не хватает рыбы. Пускай тогда летит за добычей. Ветрокрыл, вот честно говоря, тебя надо прокачивать. Тебя надо прокачивать дальше. Хотя бы сотку, чтобы ты имел. Но столько рыбы нужно для тебя. Это просто жесть. Нужно, чтобы у меня была вся лоханька забита. 750 как раз было бы для того, чтобы прокачать его. Так, ну что, древоруб, лети за древесиной пока. Ты у меня полетишь за рыбой. Так, сарделька. Что ты мне, тусклый янтарь? Ну, понятно. Тусклый янтарь, сейчас мы заберем руны. 6 штук, или сколько там, 2? 4. Эх, сарделька, сарделька. Лети в драконий край. Готти, бесплатно. Кривоклык, ты-то как там? Рассказывай давай остальным. И Громгильда. Громгильда будет делать приручение. Все. Пока все. Ищем дальше, смотрим, что у нас тут еще можно сделать, кого можно куда отправить. Так, бремя гнильца получает уровень. Летит на прокачку. Принцессочка. А, это яркий ужас. Почему и все принцесса? Это яркий ужас это. Так, 144 железа, ребят. Как вам такой расклад? Это, конечно, жестко, да? Это, конечно же, жестко. Кстати, вернись-ка, парень. Я тебе, наверное, отправлю добывать железо. Так, а ты пойдешь у меня за древесиной. Так, ты у меня вперед за рыбой. За древесиной. Так, этот у меня грустит. Стальной капкан. 320 тысяч. Лети. Так, ну что, отправляю я его, короче, за железом, ребята. 630 надо, да? Вперед. 40 железа, это получится у нас 72 железа он. Ну, в общей сложности будет. Так, 16 миллионов рыбы мало. Иди дальше, добывай. Так, Буйволорд, ты будешь опять вредничать? Понятно. Конечно, будет вредничать. Лети. Эти у меня тут сидят. Вперед, за древесиной. За древесиной. И ты за рыбой. Хотя его прокачать бы, блин, не помешало бы.
Ладно, пускай за рыбой пока летит. Так, что у нас тут? Этот отдыхает. Так, ну-ка. 72 уровень, да, у него уже. Пускай летит. Ну, что ты мне тут принес? Ничего, он только полетел. Вот модификруку тоже, ребята, нужно как-то прокачивать. Хотя бы сотый левел ей взять, было бы круто. Я бы даже скажу, лучше, было бы очень-очень офигенно. Потому что она, мне кажется, будет добывать много ресурсов, много рыбы. Так, ну что у нас там, драконы наши? Чешуйка плюс янтарь. А второй — грибы и тоже янтарь. Так, ну что, сегодня опять же события, ребята. Допройти не допройдем. Но ближе к финалу уже будет. Так, что там у тебя за новинка? Отказываемся. И здесь тоже мы отказываемся. Ничего мне не нужно. За такие цены, что он там предлагает, я, естественно, откажусь. Но вроде бы как все при делах, все заняты. Теперь я могу спокойненько идти на события. Поехали, ребят. Значит так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Что-то как-то не стыкуется. Раз, два, три, четыре, пять. Ну ладно. То есть мы дойдем вот до пустоты. Окей. Я думал, что мы до пака добежим. Что-то там нам не хватает почему-то. Так, волна. Три волны, как ты видишь, это первая. Ну давай укусим. Это, наверное, будет бафаться, скорее всего. Я так и думал, он будет бафаться. Он будет бафаться. Так, этот сейчас куда бомбанет? Блин, неужели барсику крышка, а? Подожди-ка, какая крышка? Никакой крышки, ребят, все окей, все под контролем у нас. Вот кому крышка. Кусаем. Бомбим. Кусаем. Так. Опять же, он ничего не делает, промахивается. Мы залечим рану. Твою налево, у меня опять кнопки не работает. Опять кнопки не работает. Блин, я жму просто, а они не работают. Ладно. Залечимся. Добиваем. Так, ну что, громорок. Да-да-да-да, конечно, мечтай. Атака. Давай, наверное, понижение брони сделаем. И укус. Так, он решил захиляться. Он решил хильнуться. Так, ну что, мы его уничтожаем. И переходим на последнюю волну. И здесь у нас стальной капкан плюс клыкокрив. Раз, два. Так, наверное, вот так сделаем. Угу. Опасный на самом деле типок вот этот вот. Минус капканчик. И что? Вот так сделаем. Вот неугомонный. Он хочет мне барсика уничтожить. Но у него не получится. Мы опередим. Ну что, давай посмотрим, что нам выпадет. Нам выпадает рыба здесь. 351 миллион рыбы. Окей. Так, мини-босс. Готовимся. После этого мы получаем с тобой пак ареновский. Ну, там, как всегда, ерунда какая-нибудь будет. Опачки, почему громорок один? Сколько волн? Три. Ладно, блин, а он, ребята, танк. Понял. Он у нас страж. Порядка. Давай, наверное, так сделаем. По идее, нам нужно, наоборот, копить энергию для второго поединка.
Ну что, добиваем и смотрим. Так, лаварыга мы с тобой не трогаем, а вот пристиголового нужно обязательно как можно быстрее уничтожить. Пока он тут свои фаерболы не начал пускать. Так, лаварыг, что ты будешь хилять? Нет, он просто бомбит. Уничтожили. Так, понижаем здесь броню и начинаем его потихоньку ковырять. Нет, нет, парень, шансов у тебя на выживание здесь ноль. Кстати, можно было вот это вот и не делать. Отхил, потому что на третьей волне с мини-боссом. Ё-моё. Так, стража мы оставим на потом. Начнем вот с этого. Окей. Так, громобой пока ничего не сделает. Хиляться я не вижу пока смысла. Какая красота. Какая, ребята, красота. Громобой, ты все. Ты, по-моему, ничего уже больше здесь не сделаешь. Сейчас он попробует, конечно, наверное, суперудар свой. Ага. И тут же обломался. Тут же, друзья мои, обломался, а мы на него опять вешаем слепоту. И вот так вот мы его потихоньку-потихоньку разбомбим. Будет вот столько хп, вот столечко. Мы с тобой сделаем понижение. Даже вот сейчас можно, в принципе, делать понижение брони. Кусать. И на следующем ходу уже его просто добивать. Погнали. Все. Ну, покажите мне мою награду. Опять рыба. Хорошо, потихоньку будем копить. Может быть, нам сегодня получится прокачать ветрокрыло. Так, забираем награду. Содержит новичков. Шторморез, лаварык, душитель. И все. Ну, это, ребята, обычный проходящий поединок. Но иногда, честно говоря, проходящие поединки тоже могут быть очень серьезными. Опять куда-то музло исчезло. Опять тишина. Ладно. Шепота-то мы в любом случае с тобой ушатаем. Сейчас он... Ага. В топку. Так, здесь у нас кто? Наверное, будем вот так вот начинать. Промахнулся. Он промахнулся. Это сейчас кусает нашего штормореза. И, так, секунду. Наверное, вот так вот сделаю. И плюс хил. Будет хиляться? Нет, он просто делает фаербол. Фаербол, который снимает с меня защиту дополнительную. И последняя волна. Здесь у нас костолом. Так, начну я с костолома. Этот страж, мы его тут будем до посинения ковырять. Сейчас быстренько с костоломом разберемся, а потом уже будем и этого чудика бомбить. Ну что, давай. Лаварык, ой, лаварык. Давай так, наверное, сделаем. Но сейчас будет, конечно, неприятно. Сейчас он будет делать разбег. У него 3 энергии на разбег. Он решил хильнуться. Плюс поставил на себя еще и дополнительную защиту. Дополнительную защиту мы сняли. Короче, он тупо сейчас продинамил ход. Все, что он себе отхилил, мы отобрали. И даже забрали у него ту самую дополнительную защиту, которую он на себя повесил. Что на этот раз? На этот раз... О, 262 миллиона рыбешки. Лоханька у меня полностью забита, ребята. Поэтому хватит, скорее всего, на ветрокрыло. На поднятие ему уровня. Так, поединок. Поединок. Ну да, ребят, как-то... Неужели мы в прошлой серии с тобой сфейлились в одном поединке? Что-то никак не могу понять, почему у нас неравномерно выходит. Опачки. Шепот. Шепот.
Да, этот коварный чувачок. На тебе. Еще не легче. Кревет и этот, пристеголовый. Ну, я, наверное, начну с кревета все-таки. Ну, куда бомбанешь? В Барсика. Так, не волнуемся, ребят, хильнемся сейчас. В любом случае. Нормально. Так. Добили. Правда, этот сейчас вжарит нам фаерболом. И добивка, да? Окей. Третья волна. Ветрокрыл. Мы в свое время, да, помните, Ветрокрыл у нас очень-очень долго был в команде. Очень долго. Потом у нас появился Шторморез, и мы резко на него переключились. А переключились почему? Потому что он хиляет. Этот тоже хиляет, но не так сильно. И смотри, что у нас для последнего босса с тобой есть. Три прилива сил плюс одна груша. Мне кажется, этого маловато. Мне кажется, этого будет мало. Окей. Ну что, Ветрокрыл остался один. В наших, ребят, интересах, знаете, что сделать? Не хиляться, не бомбить, а вешать на него слепоту. Поэтому сейчас не тратим с тобой ничего абсолютно. Как только у нас будет наш боевик готов, мы сразу же делаем на него слепоту. Давай, Клыкокрив. Клывокрик. Клывокрик. Клыкокрив. Что-то аж запутался. Смотри, он хиляется. Стоп. Не надо пока так делать. Потому что он поставил на себя защиту. Угу. Так, с два хода, да? В принципе, я думаю, что мы его сейчас добьем. О, да. Конечно, хотелось бы получить древесину. Но нас что-то сегодня пичкает просто на убой этой рыбой. Ну что, забираем загадочный пак. И последний у нас поединок. Вот давай посчитаем. Этот поединок мы с тобой сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Да нет, все правильно. Нигде мы не фейлились. Просто как-то мы вот сюда дойдем и все. Сюда. Хм. Ладно. Так, мини-босс, да, у нас? Мини-боссик здесь будет. Значит, Хофер и Скала. Или глыба, называй как хочешь его. Естественно, начинаем с Хофера. С глыбой разберемся чутка попозже. Чуть-чуть. Упс. Упс. Зачем ты это сделал, парень? Зачем ты повесил на себе? Бомбить хочешь сильно, да? Ох, ничего себе. Хорошо у тебя получается, парень. Но у меня еще лучше. Что тут у нас? Ну, понятное дело, да? Хотя... Нет, надо с него начинать. Твою ж... Маковку, ты посмотри. Так, кусаем. Не трогайте мне... Клывокрика. Понятно. Что он сейчас? Что-то как-то люто, люто, ребята, играют они. Хиляемся. Все равно жестко. Все равно жестко. Ты посмотри. Да вы достали уже его, а?
Еще раз повторяю, друзья, здесь мини-босс. Поэтому надо аккуратненько. Блин, он потом бомбанет. Он бомбанет, ребята. Придется так делать. Че такое-то? Куда ты грушу потратил? Ой, дуралей. Просто дуралей, ребята. Грушу потратил просто вот сюда вот. Вот тебе и награда. Теперь у нас на последний поединок остается всего лишь 2 прилива сил. Вот так вот. Хотел как лучше. Угу. А получилось как всегда. Ладно, будем надеяться, может быть, что-нибудь все-таки выпадет нам. Или будем надеяться, что последний босс не такой сложный, не такой сильный будет. Так, добивай этого гаврика. Да... Он издевается, просто издевается. Ты посмотри, как этот под усиленной атакой бомбит. Этот все за свое, а? Этот все за свое. Теперь он взялся за кривоклыка, а? На тебе. Ну, здесь уже древесинку нам подкинули. Ладно, все равно маловато дерево. Так, ну что, энергии у нас больше нету. То есть пока вражеский удар замораживается до следующей серии у нас. Нам нужно с тобой еще набить 3 пака. Но прежде все-таки я... Ветрокрыло. Так, вернись. 270 хватает? Хватает. Лети, обучайся. Лети, обучайся. Я думаю, что он на следующем уровне будет намного больше приносить ресурсов. А именно железо нас интересует. Именно железо. Так, а ты что сидишь? Давай вперед за рыбой. Ты мало как-то носишь. О, вот здесь хорошо, рыбку. Эти все тут работают, трудятся. Громилет. А чтобы расширить, сколько нужно? 3400, да? Понял. Слушай, подожди секундочку, чтобы улучшить. Ага. Эй, ты что делаешь-то? Да, у меня 40 этих, что ли? Ну да, 40. Блин, так мало. Блин, чихнуть хочу и не могу, ребят. Чешется нос. Ой, так, ладно. Пойдем на арену. Получим с тобой 3 пака и заодно пак вождя заработаем. Че я там увидел? Я увидел там ветрокрыло, который хочет что-то сделать. Так, шипорез. Мы, наверное, начнем. Ну да, с него и начнем. С шипореза. Так, опять у меня этот сидит, Гаврюша. Я же убирал его. Нифига ты бомбишь. Бесявый, вот серьезно говорю. Он просто бесявый. Добили, отлично. Так, что тут? Тут особо ничего не сделаешь. Да нет, давай просто ударим. И вот так вот. Слушай, нам надо брать под контрольку. На
Нам надо брать под контрольку именно ветрокрыло, да. Блин, он же сейчас зарядит. Он сейчас зарядит своим дыханием ледяным. Не успел, короче. Не успел Клывокрик у меня его захомутать. Да. Не успел. Да ты обратил, что ли? Как ты так купишь энергию-то себе быстро? Ну, он сейчас опять сделает заморозку, ребят. Он опять сделает заморозку. Ну и что? И как мне теперь здесь выкручиваться? Так, подожди. Этот ходит. Угу. Ну, поехали. Что-то я не понял. Ну давай. Сразу можно уничтожить его. Чего? Чего он сделал? Прикинь, он сделал, просто захилял. Ё-моё, блин. Как он такой, ребята, расклад? Просто взял, хильнул. Не-не, тут все, тут фейл. Был шанс его завалить, я его пощадил. И по итогу ты видишь, что произошло. Зашибись, сыграли. Да я чё, этот фаербол уже твой не актуален. Я готов на ничью, ребята. Но ничьи не будет, да? Ты жив. Вот сколько раз играю, ребята, столько раз... Блин, я опять столько раз убеждаюсь, что если есть во вражеской команде ветрокрыл, то все, это, считай, пиши пропало. Это огромные просто проблемы. Блин, этого-то поменять надо, ё-моё, что все время забываю, а? Я из-за него, в принципе, ребята, сейчас фейлюсь на арене. Взял на свою голову попробовать. Теперь вот мучаюсь с ним. Ну, допустим, что он сейчас будет делать? Суперудар? Барсик хорош тем, что он именно две атаки наносит. Вот сейчас будет, по-моему, электрический разряд. Промахнулся. Промахнулся. Ну тогда все. Тогда здесь мы победим, ребят. Давай, добивай его. Так, ребятушки, здесь у нас Сарделька, Кривоклык и Костолом. Костолом и Сарделька, понятное дело, у нас получается стражи. Значит, мы с тобой пока будем разбираться с Кривоклыком. Думаю, у нас все получится. Так, и теперь будем Сардельку бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Да. Потеряли мы с тобой бойца. Потеряли. Бедный Барсик не успел выйти, да? С отпуска, как сразу же получил звездюлей. Так, что, мы, наверное, хильнемся. Мы нахильнемся, добьем. А этот сейчас будет кого-то опять глушить. Наверное, опять шторморезов. Да? Это хорошо, парнишка, что ты промахнулся. Это очень хорошо.
Это ты, так сказать, сыграл мне на руку. Хиляться сразу стал, да? Хиляться ты сразу стал. Нет, не поможет тебе это. Вот как вернули Барсика в команду, и сразу все пошло нормально, да? Давай сюда. Будем уничтожать Хофера, наверное, я думаю, да? Так, Кривоклык. Ну, Барсик, понятно. Барсик уже привык постоянно у нас получать, погибать. Он как Кенни из Юрского парка. Давай, наверное, сюда все-таки. Есть контакт. Ну вот, Кривоклык, и добрались мы до тебя. Давай, наверное. Ага, не получается. Хорошо, давай так. Вот и все. Ну что, ребята, за эту арену мы получили с вами эпический пак, редкий, ну и обычный. Поэтому начнем с эпического. Ну и, конечно же, пак вождя. Куда же без него-то? Крылатый ужас, водорез, сарделька. И все. Просто дали трех дракончиков. Плюс мы с тобой заберем сейчас награду. Что там у нас? 250 вымпелов. Получить. Окей. Так, дальше у нас идет груша. Сколько нам нужно? 7500. Не, ребят. Хотя брюхоглот мне и не нужен. Он же у меня есть. Да, брюхоглот есть. Вот фантом. Фантом я бы, наверное, хотел бы получить. Или соперник Кривоклыка. Кстати, на него быстрее, наверное, мы накопим. А, тут только для драконьих наездников. Все, понял. Мрачнозуб у меня есть. Образ, это путешественница, это Грамгильда, да? То есть, ну, вариантов не очень много, ребят. Вот, фантом. Только лишь фантомы выводить и получать. Причем он добывает железо. 886 железа за 43 минуты. Меньше, чем за час, ты прикинь? Но это на максимальном уровне. А максимальный уровень, я тут не знаю, ребят, какой максимальный уровень вообще в этой игре у драконов. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментах. Ну и будем на этом закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Хотя, подожди, еще откроем здесь пак. Шторморез, Древоруб, Крылатый Ужас. Громобой. Нет, ну сразу его отпускаем, конечно же. Куда какой разместить? Отпустить. И рыбу заберу. Ну вот и все.